Посрамлены. Посрамлены те из вас, кто не верил в силу пересортировки и сегментации выдачи по дате. Я собрал 1105 видео. Вот таблица. 1105 видео. Эта таблица сохранена в Excel-ский файл. Видео. Capitalize. Что с большой буквы. Получается видео not sorted плюс sorted плюс date. Таблица с видео действительно здесь 1105 видео. Но я не закончил тему с каналами. Каждое видео в этой таблице указывает на ID канала, на котором оно опубликовано. Также у меня есть таблица с собранными методом search каналами. Вот эта таблица. В ней тоже есть ID канала. Следующий большой этап – пройтись по ID канала из этих двух таблиц методом channels, чтобы выгрузить более подробные характеристики каждого канала релевантного запросу раздельный сбор. Возвращаюсь на страницу developers.google.com. Требуется YouTube, требуется reference, требуется метод channels. Здесь три раздела. Общий обзор, включая параметры выдачи, обзор аргументов метода для сбора данных и метод для того, чтобы вносить какие-то изменения в свой канал. Мне требуется метод для сбора данных и обзор параметров выдачи. Во-первых, приятная новость. Каждый запрос методом channels стоит всего одну квоту. Напомню, что каждый запрос методом search стоит 100 квот. Есть где разгуляться. Посмотрим аргументы этого метода. Аргумент part, куда можно вписать snippet, и snippet будет включать набор параметров выдачи. Чтобы посмотреть, какой набор параметров выдачи входит в snippet, можно перейти в overview и посмотреть параметры выдачи. Все параметры выдачи, которые начинаются со snippet, вызываются именно в аргументе part. Как видите, здесь есть довольно полезные параметры выдачи, особенно title, description. Дата появления на YouTube у нас уже есть, но, в принципе, тоже не бесполезный параметр. Характеристики картинок, связанных с каналом. Язык по умолчанию, локализация, локализованные названия, локализованное описание. То есть оригинальные заголовок и описание могут отличаться от локализованных. Страна, с которой связан канал. Полезные параметры, поэтому snippet стоит включить. Возвращаюсь к аргументам метода channels. Так, сюда стоит включить snippet, как минимум. Что еще можно включить? В part можно включить детали аудита. Возможно, это полезные параметры, но чтобы иметь к ним доступ, нужно иметь полную авторизацию, в том числе подтвержденную владельцами канала. Это очень непросто. Настройки брендинга. Content details. Полезный параметр. Что в него входит, смотрим в разделе Overview. Плейлисты канала. Лайкнутые плейлисты. Отдельный плейлист, содержащий видео, которое нравится владельцу канала. ID плейлистов. Следующее значение аргумента part. Content owner details. Вывод этого значения тоже требует полной авторизации. ID канала. Локализация. Снипет уже рассмотрели. Статистика. Статистика – один из самых важных параметров выдачи, что он включает в себя. Посмотрим в разделе Overview. Количество просмотров, количество комментариев, но этот параметр больше не выводится. Количество подписчиков. Отображается или не отображается число подписчиков канала на самом канале? Количество видео на канале, то есть ключевые количественные характеристики канала. Возвращаемся к аргументу part. Статус topic details. Статус не самый интересный для исследователя параметр выдачи, хотя как знать. Topic details. Точка topic IDs. ID топиков или тем, связанных с каналом. Причем протокол выполнения
такого запроса менялись, и, к сожалению, эта ссылка не работает нормально. Она возвращает к заголовку overview. Topic details.topic categories. Очень полезный параметр выдачи, если предполагается продолжение поисковых процедур. Аргумент path разобрали. Но есть еще аргументы. Как раз category ID, то есть можно заранее указать ID категории, по которым требуется поиск. Можно привязать поиск к username, к ID. Вот как раз к ID мы и привяжем поиск, потому что ID у нас есть. По большей части все предыдущие видео посвящены тому, чтобы найти список, чтобы составить список ID каналов и теперь к нему обратиться. Два запроса, для которых требуется полная авторизация. Также и аргумент on behalf of content owner требует полной авторизации и подтверждение со стороны content owner, если вы не content owner. Знакомый max results. Объем выдачи на странице с выдачей. Как и в методе search, от 0 до 50. И, конечно, я поставлю 50. Сложный технический аргумент метода, но я пока его не использовал. Поделиться опытом не могу. И page token для того, чтобы переходить на следующую страницу с выдачей. Попробуем запрос пока что в API Explorer. Возьмем snippet и все остальные характеристики, которые можно получить без полной авторизации. Brand settings, content details, content owner details пропускаем, ID, локализации, обязательно, statistics, статус не очень интересен, но пусть будет, и topic details. Категория ID пока что у меня нет списка релевантных ID, поэтому пропускаю. В рамках углубленного поиска можно задействовать. Никаких конкретных username у меня тоже нету. H1 тот самый сложный технический параметр пропускаю. А вот ID найденных каналов у меня есть. Пока что вставлю один. Зайду в таблицу с каналами и возьму первый попавшийся ID. Managed by me пропускаю. Max results 50. Хотя я вставил пока один ID, поэтому следующих страниц просто не будет, и на этой странице с выдачи будет всего один объект. Но на будущее, конечно, требуется 50. Mine пропускаю, my subscribers пропускаю, on behalf of content owner пропускаю, по тем причинам, которые уже говорил, и page token пропускаю. У меня нет токена следующей страницы, и пока что его и не будет. Уже в Python будут токены следующих страниц. Execute. Авторизация. Разрешение. Код 200. То есть запрос успешно исполнен. Выдача. Разверну. Найду сверху код, автоматически сгенерированный для Python. Копирую его и вставляю в Jupyter Notebook. Вставил. Попробую запустить, и как и с методом search, поскольку здесь предполагается полная авторизация, я не производил полную авторизацию, поэтому чанк не сработал. В этом чанке отличие от запроса методом search только в этой части. Применяется метод channels, а именно channels list, и аргументы этого метода. Поэтому можно взять в качестве макета скрипт, подготовленный для работы с методом search, и в нем просто поменять метод search на метод channels. Так я и делаю. В скрипте для работы с методом search у меня отдельный чанк для выполнения запроса. Тот самый чанк я взял и заменил в нем метод search на метод channels. И внутри поменял некоторые аргументы. В аргументе part у меня теперь не только snippet, но и все остальное, то, что я запросил. Причем подаю я списком. Хотя можно и не списком. Можно текстовым объектом, который, очевидно, внутри этого модуля распарсивается. Но мне кажется красивее, когда это список, причем
вытянуты вертикально, а не в строчку. И ID, поскольку есть аргумент ID, и он в моей ситуации ключевой, поэтому он здесь присутствует. В остальном процедура авторизации и подачи запроса аналогична методу search, детальнейше рассмотренному в 7 предыдущих видео. Поскольку теперь я уже не ищу по тексту раздельный сбор, а ищу по ID, поэтому в третьем чанке, где у меня находятся характеристики запроса пока что, осталось только указание на тип, channel или видео. Хотя в запросе самом нет такого аргумента type, но мне пригодится, поэтому оставил. Чанк с активацией модуля для работы с запросом. Модуля Google API Client Discovery. Если вдруг вы только присоединились к нам и еще не устанавливали на свой компьютер требуемые модули для подачи запроса и авторизации, то посмотрите видео. Подсказка появится сверху справа. Ключ авторизации. Как получить ключ авторизации? Тоже рассказывал уже. И тоже подсказка сверху справа. В пятом чанке авторизуюсь и обращаюсь к импортированному модулю. Вот он, API. И вот он был импортирован. И вот сам запрос. Проверяем, работает ли он. Запрос сработал, поскольку не появилась ошибка. И, скорее всего, выдача находится внутри объекта response. Проверим. Действительно, вот подробное описание канала экологического движения «Раздельный сбор» и ключи верхнего уровня. Если бы я подал много ID, больше 50, и в выдаче предполагалась бы не одна страница, а хотя бы две, то среди ключей верхнего уровня был бы еще и ключ Next Page Token. Промежуточный итог. Я убедился, что чанки для авторизации и подачи запроса корректно работают. Чтобы собрать информацию обо всех каналах, найденных методом search, я должен подать вместо одного ID список ID. Но в моем распоряжении два файла, в каждом из которых есть ID. Файл с каналами, найденными методом search, и файл с видео, найденными методом search. Надо составить единый список ID каналов оттуда и оттуда. Это не трудная задача. Давайте решим ее. Для работы с таблицами мне требуется пакет Pandas. Сначала возьму файл с каналами, найденными методом search. Имя этого файла я беру из своего предыдущего скрипта. Это тот скрипт, где были итоговые циклы, где была сегментация выдачи по датам. Имя файла в общем виде выглядит так. Когда я выставлял в том скрипте в самом начале, в запросе, type равно channel, имя файла начиналось с channel, причем с большой буквы. И тогда оно выглядело так. Channel not sorted plus sorted plus date. .xlsx. Учитывая, что в моем нынешнем скрипте я оставил чанк, где могу выбирать type, и сейчас у меня выбран type равно channel, то я могу непосредственно обратиться к тому же самому имени, что я и делаю. И записываю таблицу, выгруженную из файла, в DataFrame, который я назвал channel ID df, df DataFrame. И напомню, что в методе readXL есть аргумент indexCall, который позволяет объяснить компьютеру, что в данном случае первый столбец, ну, то есть номер 0, согласно Python, номер 0, содержит уже индексы, и не надо придумывать новые индексы. Дальше. Вывожу эту таблицу, беру только один столбик из этой таблицы, хотя я мог бы уже сделать здесь забор только одного столбца, но не буду усложнять, беру здесь один столбик из таблицы и применяю к этому столбцу метод toList, чтобы превратить в список. Содержимое столбца превратится в список. И вот я выведу
этот список. Сначала таблица, столбик, из которого делаю список, и дальше сам список, вот этот список. Но у меня два файла. Есть еще один файл, где тоже содержится ID канала. Это файл с найденными методом search video по запросу раздельный сбор. Чтобы сразу обработать оба файла, я написал цикл. На вход циклу подаются два объекта. Один объект содержит в себе список, состоящий из channel и видео. Второй объект — это будущий список с ID-каналов. И он пока пустой. Он будет наполняться внутри цикла. Использую я цикл for. Счетчиком выступит type. То есть фактически здесь уже type будет перезаписан. Здесь type заново запишется относительно того, что я записывал здесь. Я мог бы его назвать по-другому. Но зачем? Ведь это именно type, потому что он будет принимать какие значения? Которые содержатся в type list. А в type list что содержится? Channel и видео. На первой итерации цикла type примет значение channel, на второй итерации цикла type примет значение видео. Рассмотрим дальше первую итерацию. На первой итерации повторится то, что происходило в этом подготовительном чанке. Будет вызван excel-овский файл, где будет стоять channel с большой буквы. Из этого excel-овского файла таблица запишется в channel IDDF, и я выведу эту таблицу при помощи display. А дальше список, который пока что пустой, channel ID list, он пока пустой, при помощи метода extend пополнится всеми теми ID, которые находятся в таблице channel IDDF в столбце snippet channel ID, которому к столбцу будет применен метод toList. Все это я уже сделал в предварительном чанке, в чанке 9.1. А теперь это произойдет в теле цикла. Заметьте, в теле цикла с отступом, с отступом, с отступом. Это все тело цикла. На второй итерации type примет значение видео. Сформируется новый датафрейм уже на основе excel-овского файла, содержащего видео, потому что здесь будет стоять видео. Not sorted, sorted date. И произойдет дальше то же самое, что на первой итерации. Выведется эта таблица, и список channel ID list пополнится данными из датафрейма, вот этого, а именно из его столбца snippet channel, опять же channel, потому что меня интересует именно ID channel, хотя это таблица с видео, но в таблице с видео есть ID канала, к которому это видео относится. И именно оттуда я возьму ID. Затем все эти ID я превращаю методом toList в список и записываю в channel ID list. Посмотрим, как это работает. Вывелась первая таблица с каналами. Вывелась вторая таблица с видео. И дальше вывелся объединенный список. Вот эта команда уже после выполнения обеих итераций, команда на вывод объединенного списка. И чтобы был веселее переход к следующему видео, два вопроса. Первый. Что было бы, если бы я здесь поставил не extend, а append? Я скопировал этот чанк, назову его 9.2 со звездочкой, и только заменю extend на append. Первое. И второе. Как вы думаете, сколько примерно уникальных ID каналов, релевантных запросу раздельный сбор, у меня в наличии? Какой порядок? 5, 6, 7 сотен, 8 сотен, 9 сотен, 1000.